Вам предстоит сегодня стартовать на трассе, где проходил 21 чемпионат мира, 17 чемпионатов Европы. Ну и вам, это как по красной дорожке вы поднимаетесь. Гордитесь, снимайтесь, чтобы у вас фотографии были, чтобы вы говорили своим детям, внукам, вот я ездил на такой трассе. А подготовлено на этой трассе чемпионов очень много. У нас остался здесь чемпион Малаев, Советского Союза, Скрипников, Валик Андреец. И все, да, Миша? Это чемпионы Советского Союза в командном зачете. Двукратные чемпионы Советского Союза. Так что вы и выступаете вместе с ними, понимаете, и эта трасса этих ребят сделала такими. Так что вам есть на кого смотреть, есть у кого учиться. На сегодняшний день такие средства информации, вы можете это все записывать. Вот. В истории вы такого не увидите, как на этой трассе. И еще я хотел бы сказать, что, наверное, в мире, меня, может, поправят, в мире нет такого государства, такого города и такой трассы, где проводилось бы столько чемпионатов мира и Европы. Я правильно говорю, Миша? Да, правильно. Вот. Поэтому гордимся. Это история. Это Черновцы. Это история. Запомните это. Но теперь по регламенту. Значит, как по